Основная сфера деятельности PM International – это транспортировка питательных веществ. Важно не только то, из чего состоит продукт, но и прежде всего важно, чтобы составные части продукта, из нормальных продуктов питания в том числе, попадали туда, где в организме с их помощью достигается результат, то есть на уровень клеток. Человек состоит из 70 триллионов клеток, и именно туда должны попадать питательные вещества. Это и есть биологическая усвояемость. Наибольшее различие между продуктами на рынке как раз и заключается в их биологической усвояемости. Вот уже 15 лет в наших исследованиях мы интенсивно работаем над тем, чтобы наилучшим образом доставить питательные вещества из продуктов на клеточный уровень. Сложнее всего всасываются, то есть воспринимаются из пищи и из продуктов, жирорастворимые витамины. Лучше всего можно продемонстрировать разницу между обычными имеющимися в продаже продуктами в капсулах и высококачественными продуктами Fitline. Это наш NTC Demo Kit, то есть пробник для демонстрации растворяемости на наноуровне. И вы видите, с этой стороны трубка с водой, она наполнена обычным имеющимся в продаже коэнзимом Q10 в жирорастворимой форме. Он находится в капсуле и плавает на поверхности воды. Вы можете все это взболтать, и вещества смешиваются на короткое время, а затем смесь опять распадается на составные части. В этой форме Q10, витамин Е и другие жирорастворимые витамины могут пройти через слизистую оболочку кишечника только с большим трудом. И совсем по-другому обстоит дело с упакованным в капсулы Fitline, коэнзимом Q10 и витамином Е. Если встряхнуть эти вещества, то получается смесь, которая затем остается в форме стабильного прозрачного раствора. Это значит, что коэнзим Q10 и витамин Е находятся в виде водного раствора, упакованного в капсулы, которые могут очень легко и очень быстро преодолеть барьер между кишечником и лимфой или кровью. Причем происходит это значительно быстрее. Биологическая усвояемость при этом в 5 или 10 раз больше. А это значит, что на уровне клетки достигается больший результат.